Лурша стартовал районный этап республиканской новогодней благотворительной акции «Наши дети». Около 400 школьников приняли участие в праздничном мероприятии «Волшебный свет новогодних огней» в городском центре культуры «Победа». В фойе учреждения культуры для детей организовали встречу «Интерактив» у елки новогодней со сказочными героями. А в холле второго этажа были представлены тематические фотозоны и выставочные мини-площадки учреждения образования. Во время открытия акции на сцене юных участников мероприятия и их учителей приветствовал заместитель председателя Оршанского райисполкома Виктор Калачев. Задача со стороны государства, наша задача – это сделать праздничные дни для каждого ребенка, чтобы каждый ребенок в эти дни получил свой подарок. Конечно, хочется сказать слово благодарности этой организациям, которые выступают в эти дни добрыми волшебниками, помогают нам организовать как этот праздник, так и вручить нашим детям подарки. Представители Оршанского райисполкома и Оршанского районного совета депутатов, общественных объединений, политических партий, предприятий и организаций Оршанского района посетят опекунские приемные семьи, детские дома семейного типа, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, учреждения здравоохранения. Активное участие в мероприятиях акции «Наши дети» обеспечат профсоюзные организации, общественные объединения Белорусского детского фонда, Белорусского общества Красного Креста, Белорусского союза женщин, Белая Русь, БРСМ. Сергей Бойко, Алексей Цибульский, телекомпания «Скиф».